Сегодня поговорим на очень интересную тему, насколько сила мысли важна в бодибилдинге, вообще в тренинге. Я сейчас еду тренировать ноги, окислительные мышечные волокна. Вы уже видели, я вам показывал тренировку. В принципе, я показывал все тренировки, но буквально недавно снимал тренинг рук. Вот вышло видео, кто не видел, бегом на канал Heavy Metal Gym. Смотрите, как по-настоящему накачать огромные руки. В статодинамике работа. Выйдет видео, а когда вы будете смотреть это видео, оно уже будет в эфире, как тренировать дельты в статодинамике, тоже очень важно. Почему я затрагиваю тему и начинаю со статодинамики? Потому что большинство людей, в том числе и Юра Спасокукоцкий, пробовали статодинамику, и она им якобы не помогла. При всем уважении к этим людям, я хочу сказать, что они просто неправильно тренировались. Именно режима статодинамики. По сути своей статодинамика очень похожа на тренинг в пампинговом режиме. Единственное, мы не считаем с вами здесь повторения, мы ориентируемся на время под нагрузкой. Так вот, если вы не чувствуете работу в статодинамике, значит, вы и в пампе не чувствуете. И здесь как раз таки вот прямая связь с силой мысли, с концентрацией, другими словами. Ведь всем управляет мозг. По сути, можно напрягать любую мышечную группу, любую мышцу, совершенно без веса, просто усилием воли. Так вот, самое сложное в бодибилдинге – удерживать концентрацию на протяжении всего движения. В каждом повторении, на каждом участке амплитуды. Вот что такое бодибилдинг. Бодибилдинг, друзья, это шахматы. В том смысле, что вы должны быть сконцентрированы как машина. Выше, чем машина. Только вы теряете концентрацию, все это превращается в пустое перетаскивание железа с места на место. Или любых других предметов тяжелых.
А мы с вами пришли в зал не тяжести таскать, а давать себе нагрузку. Поэтому, друзья, тот, кто пробовал или не пробовал, кто только собирается попробовать статодинамику, обращайте на это особое внимание. Статодинамика – шикарнейшая работа, особенно для того, чтобы снимать нагрузку с организма. Давать на организм другой тип нагрузки. Ведь здесь веса будут значительно ниже. Не забывайте, что всем в нашем организме управляет мозг. Вообще, в принципе, мы с вами это и есть мозг. Так вот, когда вы что-либо делаете, можно концентрироваться на этом, можно не концентрироваться. Не знаю, приводить такой предмет или не приводить, но просто представьте себе ситуацию, вы занимаетесь сексом, любовью с партнером или даже один. Как долго вы будете заниматься этими манипуляциями, если не будете сосредоточены на этом деле? Это, конечно, такой смешной пример, но молодежь особенно поймет, о чем я говорю. Так что, друзья, статодинамика и любая другая работа, выполняемая вашими мышцами, происходит только потому, что вы даете сигналы мозгу. Многие говорят, какая разница, сконцентрирован ты на работе или нет. Мышцы выполняют работу, организм получает эффект. Друзья, это не совсем так. Еще Силуянов говорил, давал определение интенсивности. И многие заблуждались, продолжают заблуждаться. Я тоже сначала заблуждался, думал, что он дает процентовку интенсивности от разового максимума, ну или от рабочих весов. Нет, друзья, Силуянов, и он это подчеркивал, дает определение интенсивности именно как вы сосредоточены на определенной работе. Естественно, чем тяжелее работа, тем вы вынуждены быть более сконцентрированы. Иначе вас просто задавит, да, вы не сможете выполнять движение. И, кстати, Силуянов, говоря об отказе, подразумевал вовсе не то, что вас задавит на третьем, четвертом повторении или даже на шестом штангой. И это значит, вы достигли отказа. Нет, друзья. Почему отказ, кстати, убивает силу? Почему он противопоказан? Многие думают, что это чисто механически. Нет, друзья, настоящий отказ — это если вам оторвет сухожилие от вашей кости. Но организм так устроен, что он никогда на 100% не сокращает наши мышцы. Может, для кого-то это будет откровением. Не всегда даже на 50% мышцы сокращаются. И такого не будет, потому что при 100% сокращении, повторяю, мышца просто оторвется от кости. Что такое отказ? Мозг дает сигналы к мышцам через нервы, вы знаете, да? Так вот, нейроны покрыты, я уже рассказывал, миелиновой оболочкой. И если мы грамотно питаемся, если мы грамотно тренируемся, спим, отдыхаем, восстанавливаемся, то эта оболочка как оболочка у электрических проводов. Она не портится, она наоборот нарастает. Ученые доказали, что один слой нарастает на другой, и также он разрушается. Так вот, когда вы выполняете упражнения и заходите в отказ и даже за отказ, разрушаются вот эти миелиновые оболочки. Можно сказать, повреждается нерв. Другими словами, иннервация мышцы либо теряется, либо ослабевает. Вот что такое отказ. И смешно слушать, когда люди какие-то, наслушавшись чего-то, пытаются рассуждать, совершенно не понимая вообще в принципе, о чем они говорят. На самом деле сначала необходимо нам всем дать всему определение, что такое отказ, что такое работа до отказа, в отказ и за отказ. У меня, кстати, есть
и видео, и статьи на эту тему, можете ознакомиться. Вот вам еще такой пример. У меня есть статья «Фантомные конечности» называются. Мои подписчики, преданные, наверняка ее читали. В чем смысл, в чем суть? Тот, кто тренируется с железом не один год, особенно в жиме лежа, помнит, знает такой факт. Особенно это хорошо проявляется, когда вы тренируетесь с партнером какое-то продолжительное время, знаете друг друга, чувствуете друг друга. Это на самом деле связь такая, как у вас связь с вашей любимой девушкой. В чем она заключается? Вы все знаете, что на жиме лежа необходимо страховать, чтобы вас не задавило, чтобы вдруг вы не получили травму, не дай бог. Так вот, от страхующего партнера зависит очень многое. Вы часто замечали, кто тренируется с партнером постоянно, и если вдруг пришел в зал один, неважно, заболел, не смог человек, ваш партнер прийти, и вы просите кого-то подстраховать. Обычно как это происходит? Человек видит, что вы не справляетесь с весом, и снимает полностью нагрузку, забирает штангу, кладет ее на стойки. Но когда вы тренируетесь с вашим постоянным партнером, дело совсем по-другому. Человек, страхующий вас, ваш партнер, который вас знает, просто подносит руки под гриф. И что происходит? Зачастую вы даже не помогаете друг другу. Но психологически мы, наш мозг видит, что нам помогают. И мы сами дожимаем это упражнение. Иногда ошибаясь, думая, что нам помогли. Так вот, друзья, насколько важен здесь мозг, насколько важна здесь концентрация? Ответьте сами. Все равно мышцы, все равно организму. Концентрируетесь вы на выполняемой работе или нет? Так почему статья называется «Фантомные конечности»? Потому что некоторые особо одаренные люди, зная этот факт, научились пользоваться им совершенно самостоятельно, без помощи партнера. Сконцентрировавшись, закрыв глаза, человек просто представляет, что кто-то помогает ему в тяжелый момент, вот в самой этой трудной точке. И это срабатывает. Для мозга не существует воображения или реальности. Все, что вы видите, представляете, о чем вы думаете, для вашего мозга есть реальность. Поэтому, если вы думаете, что вы никогда не пожмете 100, 150, не присядете 200, не потянете в становой тяге 250, то вы никогда этого и не сделаете. Еще великий Арни и не менее великий Дориан Ятс говорили и продолжают, кстати, говорить о том, что они постоянно визуализировали. Другими словами, занимались аутотренингом. Шварценеггер, качая свои бицепсы, закрывал глаза и представлял, как они разрастаются, заполняя своим объемом всю комнату. Дориан Ятс утверждает, что он не приходил на тренировку ни на одну, несколько раз не прокрутив ее в мыслях, в своей голове. Другими словами, Дориан Ятс говорил, что он уже выполнил эту тренировку и не раз, и пришел ее просто повторить. Разве при таком подходе мог он не выполнить заданное количество повторений с необходимым субмаксимальным весом, тем более, что мозг уже не раз это делал. Пусть в воображении Дориана Ятса, но для мозга это все равно была реальность. Поэтому, друзья, если вам кто-то, какой-то тренер, каким бы он авторитетным ни был, заявляет о том, что неважно, концентрируетесь вы на работе или нет, делайте выводы сами, а просто проэкспериментируйте. Сделайте один раз подход, думая о чем угодно, почувствуйте, сколько повторений вы сможете сделать. И даже отдохнув минут 5,
сделайте с этим же весом тот же подход, но уже предельно концентрируясь настолько, что от этого подхода зависит ваша жизнь. Представьте, что если вы не сделаете хотя бы на одно повторение больше, вы просто умрете, вас расстреляют, повесят, либо вас накажет божественная кара. И вы увидите, если вы реально сконцентрируетесь, вы сможете сделать и даже не на один подход, не на один повтор, извиняюсь, больше. Все это сила мысли. Делайте выводы, насколько важна концентрация, насколько важна сила мысли. А еще другой факт. Если вы будете выполнять любое упражнение, и вам покажется, что все, вы на пределе своих сил, вы не сможете сделать больше ни одного повторения, если вам кто-то приставит пистолет к виску с реальными угрозами и скажет, если вы не сделаете еще 5 повторений, то вас застрелят просто, то вы сделаете, поверьте, эти 5 повторений. Друзья, сила в наших мыслях, в нашей воле, в нашей вере. Поэтому, приходя на тренировку, не разговаривайте, не сидите в тренажерах в телефоне, сконцентрируйтесь. Желательно минут 10-15 помедитируйте перед тем, как прийти в зал, проанализируйте то, что вы будете делать, прокрутите это в голове. Вы просто не представляете, насколько качественным станет ваш тренинг, насколько изменится отдача от того, что вы делаете. И когда люди говорят о том, что бодибилдинг это для тупых, мне просто жаль этих людей. Они не понимают, что на самом деле бодибилдинг это работа мысли, работа головой. Телом, руками, ногами мы просто делаем уже то, что когда-то сделали. И очень-очень сложно. Многие, кто пришел в тренажерный зал, особенно девчонки, бросают, зная, что, видя, что не могут они концентрироваться 100% на том, что делают. Гораздо проще, интереснее, веселее, самое главное, легче ходить на танцульки, прыгать. И я их понимаю. Все мы в душе дети, всем нам хочется играть и веселиться. И любой процесс превращать в веселую игру. Это в нашей природе, это нормально, не нужно этого стесняться. Но если уж вы выбрали для себя такую установку, хотите измениться, хотите изменить свое тело, свое внутреннее состояние, мироощущение, мировосприятие, вам просто не обойтись без предельной концентрации, ментального сосредоточения на том, что вы делаете. Это как молитва. Это как ритуал. И этому, друзья, нужно учиться. Именно это нужно развивать себе с первых шагов в тренажерном зале. Не думать о том, когда вы уже пожмете, когда у вас уже бицуха будет под полтинник. Поверьте, это не главное. Главное – это сила мысли. Будете заниматься грамотно, у вас будет мотивация, у вас будет все на свете, все, что вам нужно. На этой позитивной ноте позвольте откланяться. Благодарю всех, кто ставит лайки, пишет комментарии, ставит дизлайки, делится своим мнением, нравится ему то, что я делаю, нравятся ли ему философские мысли, о которых я говорю, или все-таки снимать только тренировочные видео. Пишите в комментариях ваши вопросы. На все я отвечаю. На некоторые, как вы видите, даже снимаю видеоролики. Не забывайте вступать в мою закрытую группу ВКонтакте. Стоимость всего 250 баксов, но вы получаете пожизненное членство, и нас в группе уже 344 человека, и ни одного недовольного. В
группе, отдельно парни, отдельно девушки получают новую программу тренинга на каждую новую неделю. Как раз таки рассчитанную по принципу периодизации, основанном на различном типе мышечного волокна. И не важно, верите вы в это или не верите. Важно то, что вы будете прогрессировать, вы не будете уставать, вы не будете упираться лбом в стенку, вы будете давать организму отдых за счет смены режимов работы и сохранять и улучшать свое здоровье, что может быть лучше. А также не забывайте приобрести мои книги. Их вышло уже две. Отдельно для девочек, отдельно для парней. Это серия книг «Fuck Fitness». Почему она так называется, вы поймете, прочитав эту книгу. Взгляд и подход к тренингу кардинально отличается от общепринятого и дает результат. Спасибо, друзья, что смотрите меня. Увидимся, как всегда, в тренажерном зале. Всем сухой мышечной массы и силы без травм.